В этом году ульяновское лето подарило дачникам неплохой урожай. Своеобразные итоги работы садоводы подводят в свой профессиональный праздник. Ранее День садовода праздновали в мае, но сами жители предложили перенести празднование на осень, в период сбора урожая. На сегодня в регионе насчитывается 238 товариществ. По подсчетам областной ассоциации садоводов, почти половина жителей Ульяновской области выращивают овощи и фрукты на своих участках. Количество садоводов у нас ежегодно увеличивается. Средний возраст у нас уже где-то порядка 42-43 года становится. Жители города, в особенности нашего города Ульяновска, вот в связи с пандемией, значит, вот в этом году такая ситуация сложилась. Значит, огромное количество жителей выехало на территорию садоводческих товариществ и проживали в течение всего сезона и проживают и сейчас. Не только выращивают урожай, но и приводят в порядок свои участки. В этом году 22 товарищества подали заявки на получение субсидий из областного бюджета. Основные работы – строительство водопровода, проведение электричества, благоустройство. Дачники ремонтировали дороги, устанавливали видеокамеры и мусорные баки. За эти 10 лет было сделано десятки километров дорог с твердым покрытием. Заменено огромное количество, более 100 километров, значит, водопровода. Садоводческие товарищества, там, где не было даже линий электропередач, значит, на сегодняшний момент во многие уже садоводческие товарищества пришла электроэнергия, где садоводы не вкладывали своих денег. В этом году установили 10 новых трансформаторных подстанций, пробурили 11 скважин для воды, построили и отремонтировали 80 километров дорог. Развитие любительского садоводства стоит в приоритете у профильного министерства. В течение всей праздничной недели в районах Ульяновска пройдут мероприятия для дачников, а в СНТ «Медик» в рамках благотворительной акции многодетным семьям вручат овощные наборы от садоводов. Анна Тищенко, новости «Правда ТВ».